спутникам притронуться вообще? Как в них можно попасть? Это дополнительно куча топлива. Стоп, а что это у меня показывает? Что это за глючи? За глюки такие были. А почему это ты летаешь над траекторией? Странный ты какой-то. Так, ну, вы в системе. Полюби систему, чувак. Я-то думал, что что-то будет. Ну, 134, но если мы привезем это домой. Хрен вам, а не домой. Вы не попадете домой никогда. Так. Семка. Вот Анжу. Наш чувак улыбается, но этого недостаточно. Этого очень недостаточно. Это не круто. Говно. Вот говно. Хоть откатывайся назад. Так, ну подождем еще, естественно. 70, 69, 68. Так, давайте что ли вот посмотрим, где тут у нас Периапсис 4000, что ли. Сраный Джу. Кто на него вообще летает? Нет, ну я признаю, что я тупанул, но все равно сюда нужно, чтобы долететь, очень-очень много топлива. Мне это не нравится, откровенно говоря. Неужели здесь тоже не будет ничего нового? Неужели мне придется еще замедляться? Да, ничего нового нет. Атмосферы тоже нет. И ничего вообще нет. Так, ну... Ладно, топливо еще есть. Но я не знаю, как мне изменить орбиту, чтобы потом еще и на спутники попасть. Так. Стоп. А, да, орбита очень длинная. А вон наши отдаленные планетки. Стоп. Дюна, Ив, Мохо. А тут кто-то есть? Есть тут кто? Ау. Ладно. Тогда ускоряемся. Вить. И сейчас станет очень медленно. Хотя не очень. Так, так, так. Еще раз F5 сделаем. Ой. Вообще, я вот, не знаю, посмотрел недавно человека, ну, да, я знаю. Я не по его гайду, естественно, делал, но я делал по своему уму. Но он там, в общем-то, стартовал в определенное время, чтобы напрямик на Джу полететь. То есть, чтобы не создавать орбиты, ничего такого не делать. Не знаю, насколько это эффективно, если честно.
Мне вообще претила мысль о том, чтобы таким заниматься чем-либо. То есть как-нибудь тормозить там. Ой. То есть не тормозить, а выходить, в общем-то, не на орбиту, а сразу же из притяжения нахрен. И прямиком лететь на какую-то планету. Это довольно-таки, ну, я считаю, что ли, профессионально. Не знаю, не знаю. Так, 2 дня. Нужно максимально близко подлететь. 54. Так, 4, 3, 2 и 1. Есть, 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 все, в единичку. Отлично. И теперь прямиком направляем сюда. То есть прямиком. Переводим свои взгляды на Джоу. Смотрим за вот этой вот фигней. Нам нужно поближе к нему подлететь. Чтобы как бы новые данные получить. Это было бы интересно. И начинаем-ка увеличивать тягу. И как мы видим, хоть немножко увеличили ее. Насколько сильно уменьшается здесь траектория. Стоп, стоп. Я с кем-то столкнулся, кроме Джуа. С кем я мог столкнуться? Может, с вот этой штукой? Воу. Ладно, с этим потом разберемся. Если что, увеличим скорость, опять же, на той дальней траектории. Миллионы, миллионы, миллионы. Да. Вот эта ювелирная точность по сравнению с предыдущими вещами на меня, конечно, очень бесит. 600, 500, 400, 300, 200, 100. Ага. Ну, ближе я не знаю, как подлететь. Гляньте. Она уже квадратной стала, эта траектория. Ну, я не знаю, зачем я сохранился здесь. Но... Просто ужас. Просто ужас. Возможно, стоило бы потом вот это вот все выровнять. Но, боюсь, топлива не хватит. То, что я сейчас могу с ювелирной точностью расходовать топливо, ничего не значит. На том уровне, на котором надо управлять расходом топлива. Так, скиталец. Ага, вот. Так, 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 замедляем, замедляем. Вообще так близко. Сейчас как ускорится, я боюсь. Сохраняться не буду, чтобы можно было изменить, если что-то пойдет не так.
О, пошла скорость. Сейчас пойдет еще скорость. Блин, ну сколько спутников. Если бы здесь были все мои баки с топливом, я бы здесь порезвился. К сожалению, придется довольствоваться Джуом. Джу, я буду довольствоваться тобой. Ты согласен? Ты меня хочешь, Джу? Только не говори, что не хочешь. Ты такой большой, зеленый, как я люблю. Сколько science поинтов ты мне дашь? Так, ну он действительно большой. Очень большой дядька. Цацка. Вот это скоростя. Так. 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 Ну, я не знаю, давайте-ка попробуем. Что-нибудь. Ух, вот это да. Давайте. Давайте это. Нет, пока что кип. Все кип. Crew report. Transmit. Кип. Так. Стоп, 138. Это где-то близко к атмосфере. Возможно, мы сможем... О, да, температуру сможем получить. А, мы в атмосфере, блин. Блин, вот это вот Retract Panels. Retract Panels. Иначе мы, в общем-то, тормознем так, что мало, мама не горюй. Ой, да чё Extend Panels? Всё Retract. Что, вакуум? Какой вакуум? Мы горим, блин. А, моя траектория. Все, нас... Меня засосала опасная трясина. Именно за этим... Не, мы не выберемся. Явно. Хотя хз. Все-таки кажется, не выберемся. А может и выберемся. Но смысл? В чем смысл жизни? Так, ну, здесь уже нас не трогают. Ладно, попробую так все сделать. Нас вроде бы не нокаутировало. Ива. Ива репорт. Отлично. F. Так. Ну, review data. Transmit, transmit. Сколько у нас всего? Хм, 56. Все, можно экстендить панели, но нам придется, в общем-то, да, поработать после того, как мы отсюда отлетим, то есть, чтобы выйти на не геостационарную, а джуостационарную орбиту. Ох, красота, гляньте какой. Я не знаю, это они специально так сделали, но то есть, что гляньте, как атмосфера светится.
Атмосфера Джува. Конечно, намного сократилось все это у нас. Из-за этого будет труднее страдать теми вещами, которыми мы обычно страдали. Барометр не работает, это плохо. Почему он не работает нигде? Ну, зато я даже термометром снял там все. Крю-репорт. Так, ну что же. Да, близко я к нему подлетел. Придется разогнаться и как-то... И как-то попасть на орбиту какого-то спутника. Да, мне это нужно определенно. Я хочу на спутник Джува. Очень хочу. Но у меня мало топлива. Дайте мне золотой батон за это. Хочу золотой батон. Большой Джул. Очень злой большой Джул. Он меня обидел. 126, блин, орбита. Очень плохо. Фух. Ужас. Горели на орбите Джула. Да я даже на орбите Кербина редко горю. А тут на орбите Джува сразу. Стоп. Ага, вот. Нам теперь доступна большая скорость. Я уже просек всю эту ерунду. Главное не пропустить теперь. Вот здесь сохраняемся. Так, ресурсы полные. 1900. Блин. Очень плохо. Большие скорости. Это значит, что нам придется, чтобы подкорректировать орбиту, тоже большие скорости давать. А может, сейчас она, в общем-то, уменьшится сильно, да. Гляньте, как уменьшается. Так. Нет, сотня это мало. Тем более, что скорость падает. Так, ну, допустим, до единицы снизили. И посмотрим, что мы можем сделать. Конечно, тогда бы было легче сделать что-то. Но я уже сохранился, поэтому у нас ничего не выйдет. Так. Не, не так. Хм. Нет. Ой, извините. Долбанный кашель. Это я вот, в общем-то, проходил медкомиссию в военкомате. И собирал им кучу бумажек. И из-за этого я заболел. Что это за комиссия такая? Как призвать тебя, так они готовы там жопу порвать. Ну, не себе, естественно, а тебе. А как ты хочешь быть офицером, типа, так они, видно, взятки просят. Нет, хрен им. Янек золотые батоны не получил, и вы не получите, пидорас. Ладно, это я уже о своем. Так. Ускоримся. Что это нам даст?
плохо, очень плохо. Ага. Ну, так уже лучше. То есть 70 нужно набрать. А в какую сторону? Что еще нам нужно набрать? Мне бы так орбитку немножко поменять. Чтобы вот, например, вот... Вор? Какой вор? Или Боб? Наверное, Боб, а не вор. Вор это Яник. Что вы называете вещи не своими именами? Интересно, надо здесь запилить, короче, мод на КСП, где бы был спутник Джуа Яник. Ой. Ну да, Яник. Было бы прикольно. Прикольно. Ладно, нам нужно все равно ускоряться. Крутой проектировщик. Но я-то лучше знаю. Я знаю, что нам нужно именно ускоряться. И здесь ускорение именно вот в эту сторону. Так, 300, 400... 500. 500. 100-500. Так. А что, если нам дальше увеличивать скорость? Ничего не будет происходить. То есть мы в пролете на этой траектории. Но попытаться что-то сделать все же стоит. Хотя мы в безопасности, я думаю, вот на такой траектории. Ну, попробуем, например, вот здесь. Нет. Вот. Неплохо. Девятьсот! Девятьсот! Ужасно. Значит, где нам нужно корректировать орбиту, это только... Стоп. А сколько мы скорости потеряли? Если мы в периапсисе, в общем-то, наберем скорость. О! О-о-о, давайте-ка вот так, как-нибудь 200, да? И если мы потом здесь что-то сделаем, и, например, еще наберем скорости, что мы получим? Ничего, да? Ничего. Да. Как же нам попасть куда-нибудь? Вью. Это ужасно. Это впервые меня... Нет, я не буду говорить это слово, что меня сделали. Меня игра обыграла, вот. Чтобы не было так жестоко. Потому что это реально жестоко. Ну хоть с кем-то пересекитесь. Вы что, ироды, изверги какие-то? Вью.
Так.